Установка защитной крышки на оригинальную камеру Lexus GS250. Вот так она устанавливается будет. Перед ней, чтобы установить, дается шаблон. Шаблон. Прикладывается, берете шило. Вот она обнимает камеру. То есть, вот, прям вот. И делаете точки. Вот, именно шилом, просто точки. Раз. Так. Так, видите, это большая точка. На 4 миллиметра будет под провода выходить. Вот. Сделали. Сняли. Посмотрели, что вы сделали точки. Но их не просверливайте. Сверло дается вам 1,5 миллиметра. А просверливайте сразу же под провода. Ну, эта крышка открывается. Потом покажем дальше. Просверливайте. Под провода 4 миллиметра. Эти мелкие не просверливайте. Вот мы просверлили 4-миллиметровое отверстие под провода. Открутили этот болт. Он здесь вообще просто, ну как бы, общей сложности никакой роли не играет. Вот здесь провода у нас и пройдут. Прям в крышку багажника. Ну, представьте, что я просунул провода. Ну, туда. Прикладываете само изделие. Закрываете его. Видите, что плотно закрывается крышка. И можете проверить отверстия, которые сделали шилом. Если не совпадает, ничего страшного, вы можете сделать прям по ней эти отверстия. Вот. Прямо так вот. Прямо здесь, на месте. Все четыре. И после этого крепите, просверливаете и крепите.